Здравствуйте. Надеюсь, вы готовы к новому уровню Dusk, потому что я готов. И мы бежим сразу. Хватаем это мыло и кидаем вот этого чувака. Забираем дробовик. Отстреливаем этих вот грызунов. Так. Ну и тебя тоже, раз напрашиваешься. Далее вернемся вот сюда, заберем где. Два пистолета вдруг пригодятся. Знамя живых, или я слышал? Так, можно... Ой-ой-ой. Ну да, справедливо. Наклоняться за мылом — плохая примета. Тем не менее. Движемся дальше по коридорам. И заходим в эту комнату. Вас ничего не настораживает здесь? Прекрасно. Теперь мы можем взять желтый ключ и двинуться дальше. Однако, если мы внимательно посмотрим вот на этот двигатель, у него есть переключатель, который открывает нам проход назад, и вот этот секрет. Достаточно темный, кстати. Ну и мы заранее можем расстрелять вот этих вот культистов. Даже вот это пугало. О, он, кажется, пошел за нами. Давайте его встретим. О, он уже здесь. Так. И вот там вот мы были, собственно. Открываем проход в подвал еще глубже. И я тут немного помолчу, потому что слышно меня не будет. Ладно, это было круто. Стреливаем здесь тех ребят. Нажимаем переключатель, чтобы открыть дверь тому порталу, который переносит нас к синему ключу. И мы можем нажать ту кнопку, чтобы двинуться сюда. Обратно, однако, если мы посмотрим на эту стену, то видим, что она немножко выделяется. И значит, что можно в нее пройти. Убиваем этих крыс, забираем монетку и, знаете, эта стена тоже не стыкуется. И вроде бы все, но однако эта монетка привлекает наш взгляд еще вот к этой несостыкованной стене. И здесь мы уже находим ракетницу. Мышь скребется. А, вот она. Но это ничего не все. Поднимаемся сюда и... Та-дам! Да, вот он. Надеюсь, вы знаете, кто это. Значит, что вы тут делаете? Ну ладно. Портал возвращает нас обратно. И у нас достаточно ракет для того, чтобы всех разносить до самого финала уровня. Чем мы, собственно, и займемся? Ау. Вот мышь. Открываем эти ворота. Смотрим, все ли на месте. Да? Выходим с уровня. Мне этот уровень всегда очень сильно нравился, потому что он... Ну, да, внешне он ничего особенного в нем, просто коридоры, какие-то подземелья и так далее, но он очень быстрый, очень динамичный, и вот это вот место, где хватаешь автомат и начинается экшен, громкая музыка. Это здорово. Ну и... Старая добрая пасхалочка, которая преследует все классические шутеры в виде зеленой рыбки Доупфиш. Тоже радует. Но тем не менее, этот уровень, к сожалению, заканчивается, но впереди еще много новых. И поверьте, они не менее
крышесносящее. А на этом все. Спасибо за просмотр и всего доброго.